сидим на картах на дорожку, потому что мы не успели посидеть дома. Отличная идея. На дорожку надо сидеть, чтобы вспомнить, все ли ты взял, а не просто посидеть. Да. Происходит то, о чем я мечтала и бредила, наверное, 2012 года. Мы летим в Америку. И я очень счастлива. Рейс Киев-Нью-Йорк длился 10 часов, поэтому лететь было довольно-таки тяжело, но это стоит того, если ты очень хочешь. Кстати, за дополнительные 100 баксов на руки проводницы нас переселили на более комфортное и просторное место, поэтому нам было немножко удобнее. В 11 утра по Киеву мы вылетели, и через 10 часов, в 14:00, мы приземлились в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Ура, мы Yeah, I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here... Ребята, мы с вами в Нью-Йорке. Честно, фраза с американским акцентом «Welcome to New York» звучит просто охренительно. Мы сейчас заказываем такси, надеюсь, Uber подъедет, и едем заселяться в наш номер. Боже, здесь так тепло! У меня сейчас коневая в голове играет. Мы, конечно, приехали в Нью-Йорк, но ощущение так себе. Короче, бетон. Ну, ты не бетон. Тебе не хочется просто упасть на землю и кричать «Класс!» Мне хочется. Но мне розовая курточка от Бершки. Она стоит 800 гривен. Мы приехали в красивый район Бруклин, и, по-моему, или вот это, или вон то там наша дверь. Сейчас Русланчик все проверит, как организатор, и мы будем заселяться. Вот наши апартаменты. Они, по-моему, очень милые, такие няшные, такие типично американские. У нас есть здесь красивая статуя, и также я врезалась в дверь, и также гардероб. В общем, сейчас расположимся, примем душ и пойдем гулять. Я реально счастлива. Я очень довольна. Посмотрев, какие в Нью-Йорке пробки, мы решили отправиться на метро на Таймс-сквер. И я хочу увидеть здесь крыс, потому что в нью-йоркском метро мне обещали крыс. Нету крыс, нету. Где мои крысы? Сейчас мы на Таймс-сквер, и мне вообще на самом деле тяжело что-то сказать. Я, если честно, просто даже не могу осознать, что я сейчас нахожусь здесь. Я просто столько об этом читала, столько видела, столько думала, мне столько раз это снилось. Такое впечатление, что я нахожусь во сне, вот реально. Вы, наверное, не понимаете моих эмоций. Многие, кто уже был в Америке, для кого это обычное дело. Но для меня сейчас идти по Таймс-сквер, такое впечатление, что я просто иду по какому-то фильму или в своем сне. У меня немножко культурный шок. Блин, я сейчас, если честно, немножко офигеваю. Может, мне просто нужно поесть и успокоиться, но, ребят... Я даже вздохнуть нормально не могу. Решили с Русланом немножко перекусить и зашли в Subway, потому что ничего лучше не нашли. Сидим сейчас немного полумолча, потому что полуохреневаем от всего, что увидели. Что удивляет, у них реально очень большие порции. Вот прям очень. Руслан заказал большой, даже для Руслана это слишком большая порция. Спасибо, что подтверждаешь, так все. Мы пока были только на Таймс-сквер. И, если честно, пока такое впечатление, что здесь всего слишком много. Вот все как будто слишком. Слишком громкие люди, слишком яркая реклама, слишком помпезная площадь, слишком грязные улицы, слишком претензиозная внешность. Как бы все как будто с усилением вкуса. Все слишком вау. Чересчур всего много. Почти 40 минут мы ехали на метро домой. А оказывается, Бруклин
это не самый элитный район, и он далеко от Times Square. И поэтому мы так ушатались. У нас сейчас по Киеву 5 утра или даже 6 утра, а мы только ложимся спать. Я очень надеюсь, что мы за раз перестроимся, и завтра будем свежачком и вовремя проснемся. Так что спокойной ночи. Первый день в Нью-Йорке оставил очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, я в хорошем смысле просто потеряла дар речи от масштаба и яркости, и серьезно, я давно не испытывала таких сильных эмоций восхищения. Но с другой стороны, в районах и метро очень грязно и много неадекватных людей. Вся эта скорость, громкость и движ Париж вокруг быстро начинают раздражать. Но это только первое впечатление, и у меня здесь еще 8 дней, так что поехали дальше. Всем доброе утро, господа мои хорошие. У нас второй день в Нью-Йорке, и я решила сделать то, что раньше никогда не делала, я считала глупым, заказать автобус, потому что мне всегда казалось лучше гулять по кафешкам, общаться с людьми, что мы, в принципе, и будем делать. Но у нас 9 дней, поэтому я думаю, что разумно будет первый день просто проехаться, вообще ощутить атмосферу города, чего мы хотим от этого города. Поэтому сейчас, надеюсь, закажем автобус, если ничего не сорвется. Надеюсь, нам понравится. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I... Просто мы в черном районе, и Алена очень боится, что пока мы снимаем подводочки, где мы уходим, камера... Девочка, я думала, она хотела сфоткаться, а потом я вспомнила, что я в Нью-Йорке, и если я не такая хрень или не Микки Маус, она не захочет со мной сфоткаться. Нью-Йорк, конечно, не может не восхищать, но самое жесткое, что он такой громкий, здесь все громко, все хотят кричать больше всех, такое ощущение, что все хотят быть услышанными, это Нью-Йорк. Вот это вот все мне нельзя, а вот это вот, ребята, нормальная еда, мы нашли нормальную еду. Tomatoes, chicken, this bread, olives. Прикиньте, у них нету ни одной заправки без майонеза. Thank you. Поэтому я просто взяла с оливковым маслом. Боже, какие же у них огромные порции. Я покушала, я довольненькая, и сейчас мы с Русланом покупаем билет на вот этот автобус. Тронулись, двинулись. Все очень высоко. Говорят, вот это башня Трампа, где проживает сам Трамп. Мы сейчас находимся на Манхэттене, где живет куча-куча звезд и селебрити. Это центральный парк, в котором, кстати, потерялся Кевин МакКаллистер. Там идет женщина с голубями искал. Я была в какой-то степени права насчет этих автобусов, и это оказалось в итоге не так интересно, как предполагалось. Короче, я была права. И мы сейчас купим билеты в зоопарк. Этот зоопарк стал замет после мультика «Мадагаскар». Лев Алекс и все остальные его друзья, они жили именно здесь. Сейчас мы пришли к пингвинчикам. Ребята, кто-то знает, что это такое? Какая прелесть! Смотри! Мне кажется, что они просто трутся пузом. Они просто позируют. Ты мой колёсненький. Глянь, он как будто кайфует, что я его глажу. Парк, который был в Мадагаскаре, зоопарк, он немножечко преувеличенно крутой. Киевский зоопарк явно даже лучше и больше. Маленькая моя девочка, и зашли покушать. А тут оп, и пацаны на нас смотрят. Встречают официанты. Я была супер голодная, и вот что осталось, как я покушала. Ну, как бы, очень большие порции. Мне прям даже жалко это все оставлять.
Ну и потом вечером я пошла прогуляться по магазинам. Здесь очень много крутых магазинов, которых нет у нас. Да и вообще Нью-Йорк — это одна из мировых столиц шопинга. Здесь есть действительно все. Ну а если вы не хотите заморачиваться и купить все, что нужно, находясь дома, вам поможет приложение Юла. Здесь можно купить и продать все, что угодно, в рамках закона, конечно. Умная лента товаров учитывает интересы, местоположение и историю поиска. Рейтинги и отзывы пользователей помогают выбрать надежного продавца. Есть возможность подписки на продавцов и уведомления. Также вы видите точное место расположения продавца на карте в радиусе 1 километра. И реклама не отвлекает от поиска товаров. Я, кстати, тоже решила разместить на продажу несколько товаров. Вот эту черную кепочку с кольцом и мое розовое платьишко. А если ты хочешь что-то продать, то тебе тоже сюда. Размещение объявлений тут бесплатное. Здесь быстрая публикация объявлений, модерация с помощью роботов, бесплатное продвижение, профиль продавца с рейтингом и отзывами помогает строить доверие, а также временное снятие товара с публикации. Так что качайте приложение по ссылочке в описании и выгодно совершайте покупки и продажи, не выходя из дома. Воротила русского ютуба прибыла на свое место. Ребята, мы с вами находимся на Уолл-стрит. Мы с Русланом первый раз в Нью-Йорке, и у нас здесь 9 дней. В общем, мы сейчас хотим пройтись по самым туристическим местам, все посмотреть, что должен человек знать, вот как галочку отметить у себя. И потом вторую половину времени мы проведем, чисто гуляя по улочкам, общаясь с людьми. Мы здесь по дороге увидели вертолеты и решили пойти спросить, сколько стоит, может быть, мы тоже полетаем. Я просто обожаю жизнь на спонтанность, и походу, ребята, мы сейчас полетим на Нью-Йорк. Это что-то невероятное. Это настолько, настолько круто. Ты просто, и ты летишь не где-нибудь в поле. Ты летишь так, Нью-Йорком. Серьезно, ребят, я не жалею ни об одном долларе, ни об одном центе, который был потрачен на это впечатление. Автобус говнище по сравнению с вертолетом, с тем, что мы увидели. В общем, впечатления просто нереальные. И теперь мы идем посмотреть статую свободы поближе. Настоящая, не китайская, не фейковая, не на картинке. Настоящая нью-йоркская статуя свободы. Так себе охрана, короче. Я бы не хотела охрану, которая пьет воду и щипает травку. А вот огромные софиты, чтобы ее освещать. За 50 центов можно посмотреть на жучка, который сюда залез. Хотя бы раз в жизни это стоит увидеть. Больше не нужно, но для одного раза очень даже впечатляюще. Нью-йоркская кока-кола. Нет, смотрите, какая хорошенькая. Вот такую одну мы, наверное, возьмем себе, купим. Здесь реально проблема найти здоровую еду. При том, что она дороже, а фастфуд дешевле и на каждом шагу. Я думаю, галочку мы для себя поставили, ее увидели. И будем отправляться назад. Помните вот эту всю очередь, которую я вам показывала? Так вот, мы сейчас не стояли в очереди, а забежали последними на почти пустой паром. И еще у нас самое козырное место. Пока что это
я думал, что это, знаешь, металлические коробки. Но настолько это впечатляет и завораживает. Вот это вот величие какое-то, знаешь, типа скрёба. Та-та-та-ра-ра-та-та-та-ра-р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 а-та-та-
И да, мы на Бруклинском мосту. Сейчас заказали Uber. Очень, кстати, классно, что Uber работает во всех странах, практически во всех городах, больших городах. И сейчас едем на Empire State Building. Пришли на самое верхнее здание Empire State Building. Вид сверх крутой. Самый лучший вид на Нью-Йорк. Это очень круто. Круто то, что сейчас за мной происходит. Вау! Я, честно говоря, до сих пор не могу поверить. Еще 2 года назад мы с Аленой абсолютно не были никем. И то, что у нас хотя бы хватит денег сюда приехать, я даже не мог себе этого представить. В этом городе хочется что-то делать, что-то придумывать, что-то творить. Блин, это нереально круто, нереально красиво. И я каждому из вас желаю хоть раз в жизни побывать здесь. Обалдеть! Он просто утопает в высотках и домах. С Русланом больше года практически не отдыхали, вкладывали время, финансы и свои силы в канал, растили его. И вот сейчас наконец-то выехали отдохнуть, потому что у нас просто потрясающий повод. На канале 2 миллиона зрителей. Для меня это очень много значит, и я хочу сказать вам спасибо. Отдельное спасибо лично каждому из этих 2 миллионов. Мне безумно приятно, что я вдохновляю такое количество людей, а если вдохновляю это слово немножко не про вас, то мне все равно приятно, что вы находите что-то интересное в моем канале, контенте или во мне. Для меня это очень значимый рубеж, и я буду стараться в будущем удивлять вас как-то по-новому, восхищать вас, делать то, что не делала до этого, и то, что до меня не делали. Хочу, чтобы вы знали, что я вас очень ценю и люблю. И спасибо вам огромное за то, что вы такая крутая, сплоченная, сильная и моя любимая семья. Шлю вам интернет-счастья, света и добра. И увидимся в следующем видео.